Третьего раза снимают ролик про дождь. Первый раз обрадовался, второй раз так кое-как. А третий раз вижу, что градины падают диаметром 5 миллиметров. Ёлки-моталки. Сейчас машину побьет, перцы побьет. Эх, печаль, печаль. Цветочки побьет. Да, градины. Градины видны. Вот они белые, зараза, такие. Жалко. Но там перец не собранный, помидоры не собранные. Ёлки-моталки. Ну, дождь хороший. Наверное, среду отменим. Из крыши капает богато. С крыши течет, стекает вообще шикарными потоками. Нам еще два сектора полить сегодня надо. Не знаю, что там слесаря скажут. Наверное, убавят время. Сейчас воду перестанут разбирать. Да, это нечто. Град перестал падать. Вначале прям теплый, отличный дождь. Прям замечательный. А потом град пошел. Ладно, у природы нет плохой погоды. Град, он же, наверное, с микроэлементами. Будет удобрением. Всем всех благ и влажной почвы.